Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который пройдет 15 сентября. Головкин старше Альвареса, но для Сауля это будет очень тяжелый бой, потому что Головкин очень крупный и сильный. Я думаю, что он заставит Сауля Альвареса устать и добьется своего, если начнет изматывать соперника с самого начала боя. Альваресу всегда сложно работать на протяжении всего боя. Он боксирует только когда сам хочет этого. Я верю, что дело было в мясе с клинбутиролом, но вопрос в том, кто именно предлагал ему эту пищу. Возможно, мясо было не из магазина, а от доктора в его лагере. В боксе важен психологический момент, а негатив может повредить результату. Я не думаю, что Альварес будет хуже, чем в первой встрече. Но он может оказаться слабее ментально, приводит слова Шейна Мозли Los Angeles Times. Вы смотрели канал Fight Boxing, самые актуальные новости бокса и ММА. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе свежих новостей. Всем удачи!